я могу назвать вас старым другом, потому что со времени создания Всемирной организации интеллектуальной собственности мы стояли у истоков этой организации, мы сразу же присоединились к ней, и у нас уже большая история сотрудничества. Мы встречались с вашими предшественниками, и я довольно глубоко погружен в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности и нашей национальной организации. В эти дни, во время вашего визита, мы с вами подпишем меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВАИС, и в нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты нашей совместной деятельности. Но должен вам сказать, несмотря на меморандум, несмотря на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. Несмотря на то, что мы давно являемся членами Всемирной организации, сотрудничаем с Всемирной организацией, тем не менее, должен признать, что мы слишком молодая страна, которая вплотную начала заниматься защитой прав собственности, и нам многому надо учиться. Вы нам в этом отношении помогаете. Помогаете очень много, особенно в плане образовательных программ, поддержки наших специалистов. Я вам за это очень благодарен. Знаете, прочитав массу информации о Всемирной организации, о вас, я с удивлением ощутил, что вы один из тех немногих международных чиновников, которые так искренне и честно погружены в эффективность работы этой организации. Вот в этом плане ваша деятельность заслуживает всяческого одобрения, поощрения и уважения. И в связи с этим мы еще больше усилий приложим для того, чтобы у нас была в порядке нормативно-правовая база защиты прав собственности. А также, если это нужно, мы постараемся внести достойный вклад и в разработку международных проектов, соглашений, договоров.